В эфире новости Тольятти, в студии Анна Слайковская. Главное событие для всей страны. Мы выбираем президента России. В этом году выборы главы государства проходят впервые в истории страны в трехдневном формате. Также в первый раз с 2008 года за пост президента борются четыре кандидата – Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Дованков и Владимир Путин. Для многих молодых тольяттинцев нынешние выборы – первые в жизни. Как говорят парни и девушки, было немного волнительно, но в итоге все прошло довольно быстро. Репортаж Елены Сафроновой. Эти ребята – новоиспеченные избиратели. Голосуют в родном 76-м лицее, который носит имя первого генерального директора Волжского автозавода Виктора Николаевича Полякова. Спасибо, вы проголосовали. Здесь они заканчивают 11 класс. Как и многие из их ровесников, голосуют впервые и немного волнуются. Все на высшем уровне, все так организовано очень, все быстро. Выбор я делал абсолютно самостоятельно. Новое событие в моей жизни, вот, и... Я рассматривала разных кандидатов, то есть смотрела, в принципе, чем они занимаются, что они предлагают. И, мне кажется, я приняла правильный выбор. Исполнить гражданский долг ребята советуют и другим своим ровесникам. Выбор нашего будущего, прежде всего, и выбор, который определит будущее нашей страны, в которой нам жить. Я считаю, что важно принимать политическое участие в жизни своей страны, потому что все-таки... Нам не зря дано право выбора, право голоса, и мы должны его реализовывать. Для тех, кто голосует впервые, на этом избирательном участке приготовили небольшие подарки на память о важном в жизни каждого гражданина своей страны событии. Это сертификаты об участии в выборах от родного лицея и обложки на паспорт гражданина России. Поздравляем вас. Спасибо. Мы рады приветствовать на нашем участке людей, которые первый раз голосуют в этом году. Их приходит очень много, это нас всех радует. Желаем, конечно, чтобы они привили эту любовь к родине и приходите на голосование со своими детьми в будущем. Ждем всех на выборах. Напомним, отдать голос за своего кандидата на выборах президента страны смогут более 2 миллионов жителей Самарской области. В Тольятти свыше 500 тысяч избирателей. Прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет. Елена Сафронова, Андрей Костомаха, новости Тольятти. Тольяттинцы также выбирают объекты для будущего благоустройства. Отдать свой голос за любимый сквер, парк, бульвар или набережную жители региона могут в дни выборов президента России на своем избирательном участке. В списке более 100 проектов. В Самарской области в голосовании участвуют 12 муниципалитетов. Если территория наберет наибольшее количество голосов, ее реконструируют. Помогают жителям с выбором объекта благоустройства волонтеры. Дорогие друзья, придя в эти дни на избирательные центры, вы встретите волонтеров, которые предложат вам проголосовать по программе, федеральной программе «Комфортная городская среда» за те объекты общественного пространства города, которые будут благоустраиваться в 2025 году за счет средств федерального бюджета. Вот такой флаер нам выдают, можно отсканировать QR-код, выбрать то пространство, которое ближе по душе вам или месту, где вы живете, и проголосовать. Это замечательная возможность получить деньги на развитие и благоустройство нашего города. В этом году мы, кстати, благодаря вашему голосованию, в котором приняло участие почти 80 тысяч человек в прошлом году, мы в этом году будем делать пространство и дендропарк, и парк Центрального района, и набережную Комсомольского района. Чтобы нам продолжить эти проекты, я предлагаю вам дружно проголосовать и в этот раз. И мы в этом году получим на эти цели практически 170 миллионов рублей, в том числе и дворы будем благоустраивать. Поэтому это возможность, просто проголосовав, получить десятки и сотни миллионов на благоустройство нашего города. Поэтому не оставайтесь равнодушными, голосуйте, и вместе будем украшать наш город. Проголосовать, а заодно угоститься вкусным ароматным чаем и сфотографироваться с самым настоящим экспонатом из паркового комплекса имени Сахарова. Такая возможность была у всех избирателей, кто голосовал в 31-й школе на бульваре Кулибина. ГАЗ АА – легендарная полуторка времен Великой Отечественной войны. Автомобиль был собран в 30-е годы на Горьковском автозаводе. Основная цель – это показать нашей молодежи, что есть такие экспонаты, то, что вот эта полуторка во времена блокадного Ленинграда как раз именно на этом автомобиле доставляли хлеб голодающий Питер.
К этому часу все новости, но вы не переключайтесь, оставайтесь на телеканале «Тольятти-24». Впереди много интересного.